Для меня это волнительно. В родном городе, фильм о родном городе. Тем более, к этому фильму мы шли очень много-много лет, поэтому, естественно, это ощущения очень волнительные. Я надеюсь, что все будет хорошо. Работа над картиной еще идет, и поэтому, вот когда будет уже премьера в следующем году, тогда будет уже окончательная версия фильма, потому что некоторых сцен сегодня еще не хватает в картине. Но в целом мы готовились именно, чтобы тверичи первые увидели наш фильм. Мы снимали пробы. Группа стояла в отдалении, я стоял здесь в полном облачении у иконок. И мы сняли, как ко мне подходила актриса, я ее благословлял. Потом я вижу, да, еще раз говорю, как наша творческая группа была в другом углу. Там, знаете, где книжки продают, крестики и так далее. Заходит прихожанка, она подходит ко мне, увидев меня вот в моем полном церковном облачении с крестом. Я стоял один, обособленно. Она подходит: «Батюшка, благословите меня». Я, понимаете, мое чувство. Я чуть не заплакал, я сдержался, я не мог, я не знал, что ей ответить. Вот такое было мое внедрение, вход в это кино, в эту картину и в мой образ, в мой персонаж. Максимально были условия приближены к военным, потому что было действительно холодно, как в 41-м году. Был снег в прошлом году, когда мы снимали. Сцены в окопах были до дрожи, потому что мы промерзли, так как, я думаю, мерзли в свое время воины, защищавшие город. И я хочу сказать, что я всей душой полюбила Тверь, потому что этот город дал мне столько вдохновения и дал почувствовать, каково это было жить в то время.